для нас 9 мая, для нас, для всего советского народа, для российского народа, если раньше был для советского народа, является праздником, самым праздником праздник, как говорится. И мне кажется, этот праздник просуществует длительное время. И будет, народ будет наш российский вечно помнить участников войны, которые мы уходим уже из жизни. Вот я учился в академии, у нас на курсе было 120 человек, сейчас осталось только 2 человека, больше никого мы не видим. С кем был на фронте, тоже, значит, друзей, товарищей уже нет никого. Я вот как-то задержался, как говорится.